Да, хорошо. Ну вот дождик пошел, но мы вовремя успели погулять, да? А что за пемникли? Памятники какие-то? Вон этот памятник Потворью. Польскому. Польскому? Кто он там был, я не помню. Кто-то он был? Король. Король польский, да? Он тут жил, что ли? Что ему тут памятник построили? Польскому королю. Это новый корпус университета, да, Даугавпилсского, да? Ну да, Ретутский парк. Рена, мы же тут бегали, помнишь? Да. А физкультура, тот, кто пропускал занятия, вот вокруг этого пруда, ну тогда тут не было, тут сейчас так красиво все сделали, да. Да. А тогда тут болото какое-то было, болото, да? Кусты. И нас заставляли несколько кругов, там, допустим, 5-6 кругов вокруг это, да, отрабатывать эту физкультуру. Ты не помнишь? А ты потому что не была в основной группе, а мы были в основной, по-моему, да? Ты не занималась так спортом, а нас тут... И попробуй пропусти, да, эту физкультуру. Очень строго было, и в бассейн мы ходили, надо было отрабатывать. Ну и бассейн мы тоже так отрабатывали, вот эти вот круги накручивали. Вот это мост, мост на гриву, да, мост на гриву. В сторону Беларуси вообще. В сторону уже, можно ехать туда, в сторону Литвы. Литва, тоже, Литва, да? Да, да, Литва. Вот. А здесь, я помню, было биофак, вот общежитие. Вот это, да, да, Рена? Да. Точно, это биофак общежитие, вот это вот, да? Ой, что я показываю, да? Вот это красное здание. Ну, оно такое старое было. Я помню, когда мы... Здесь художественный факультет, по-моему. Ну да, здесь музыка, вот это все. Мы там, филфак, мы в другом месте, да? Я что, сюда поехал? Я не знаю, это вот как раз и проезд, потому что я эту улицу очень хорошо помню. Мы тут ходили, вот сейчас будет институт наш, ну сейчас уже университет Даугавпилсский. Вот, это надо все заснять. А где наш университет, сейчас, кстати? Сейчас будет справа. Чуть-чуть, да, дальше и правее. Вот это тут я хорошо все помню. Эти тут у нас места, 5 лет хоженые, прохожие, вот там трамвайчик идет как раз, да. Вот, сейчас, подожди, это еще не дальше, да, вот туда? Ну, вот эту дорогу пересекем, да. Сейчас мы поедем вокруг. Вот он наш ДПИ, так, ну тогда в те времена называемый. Сзади мы его выезжаем. Да, вот это, тут мы, конечно, 5 лет отмучились, отучились. Вот. Но тем не менее, это были молодые года, и всю жизнь была прекрасна. Так, вот сейчас с этой стороны мы его объедем. Вот он, наш родной. Ой, тут здесь, конечно, по брусчатке вся стабилизация моя нарушится. Вот он. Так, ой. Ага, тут эти пихты наросли красиво, да? А вот здесь, вот, помню, пельменная была. Ну, да. Она сейчас нет, да, нет, здесь? Нет, а, Вейклс какой-то магазин, да? Да? Мы тут бегали кушать эти пельмени, там, помню, с этим, с уксусом. С уксусом, с водкой. Не, не с водкой, конечно, мы не брали водку. Да, сейчас можно заснять. Ага. А тут можно припарковаться, да? Сейчас выходной, поэтому бесплатно. Ну, все. Ну, вот я вышла поснимать вблизи. Даугавпилсский пединститут, сейчас Даугавпилсский университет. Здесь я училась 5 лет на филологическом факультете по специальности русский язык, литература, английский язык, преподавание в средней школе. Вот Даугавпилс университет. Так красиво здесь, фонтанчики, вот скамеечки. Ну, в принципе, как бы... выглядит так же. Ну, вот, наверное, вот эта брусчаточка здесь было что-то другое. Вот, памятник Райницу. А памятник Райницу был? Да. Был? Слушай, я не помню. Вот даю, да? И фонтанчики эти были всегда? Да, это, по-моему, он один был. Нет, они как-то по-другому тут все выглядело. По-другому, фонтан. Да. Я что-то вот памятнику, честно слово, не помню. А какие в Даугавпилсе красивые трамвайчики, да, новенькие, очень симпатичные. Российского производства, да? Сколько стоит билетик на трамвайчик? 42 цента. Сейчас. 42 цента. Ну, 45, вот, ну хорошая цена, да. У нас, наверное, дороже в Риге. 43 цента, соврал. А я помню, стоили 5 копеек. А, будет 50 сейчас в сентябре. Вот он какой красавец. Объект. А это вот парк, да, Даугавпилс. А, он да. Как
Серце Даугавпилса. Он как-то называется, этот парк? Дубровина. Дубровина? Он и раньше так назывался? Памятник Дубровина, он основал этот парк. Это градоначальник. Градоначальник парка? Города. Понятно, я шучу. Ну, красиво здесь, да, вот. Очень красиво. Сейчас тут нафоткаемся. Новый фонтан. Ну, вечером подсвечивается. Всегда вот тут гуляли с студентами. Подсвечивается, да? Да. Во сколько он начинает уже подсвечиваться? Ну, темнеет, сейчас уже поздно. Тут, конечно. Пол десяти, да. А там виднеется наша общага. Парадос была сколько? 9, 5, 11. Парадос 11. А что сейчас там тоже общежитие? Да, гостиница да? теперь называется. А, теперь гостиница студенческая называется. Гостиница. Ну, а внутри там тут красиво, как ты заходила, там как бы эти номера, номера гостиничные, сколько звездочек студентам теперь. Вот. Ну, сейчас платить надо за нее, да? Конечно. Да. Ну, там, мы тоже платили. Ой, ну мы там какие-то копейки, я даже не помню, что мы там платили. Да, а сейчас идем вот этому городоначальнику Дубровину фотографировать. Дубровин? Дубровин. Дубровин, да. Памятнику его. Вот он. Павел Дубровин, городской глава Динабурга, 1776-1790. Дар города Москвы, Даугавпилса. Да. О, дар города Москвы даже. Скульпторы тоже. Скульпторы Александр Таратынов. Вот он. Понятно. Ну, сейчас мы вот так этого мужчину снимем. Угу. Вот он с собачкой, у него такая, это был песик, бульдожик. У него все садятся на него здесь. Да. За ушки трут. Да. А эту цепочку периодически крадут. Цепочку эту крадут? Зачем? Раньше была вообще медная, ну такая вот медная цепочка. Ее все время крали на цветной металл. На металл? Да. Ну смешно. И поэтому сделали сейчас металлический. Тут везде видеонаблюдение. Вандалов ловят. Ну конечно, ну правильно, а что делать, как с ними бороться? Это очень действенно. Конечно. Много ловят это. Да, так везде камера. Ломают что-нибудь там, да. Вот открывают. Все правильно. Ну а как они? Чисто, они же чисто визуально их видят только, да? Ну, сразу же под наряд, сразу же посылают наряд, не пытаются память. А, сразу это прямое наблюдение, да, и да. Тут же. Ну, очень хорошо. И говорят, не сюда, сразу же усвоят. Прекрасно. Они такие дураки, не понимают, что здесь, да, это все наблюдается. Ну, в основном пьяные, знаешь. Ну, да. Ну, не туда ты поехал, а мне как раз сюда и надо. Вот гостиница. А, ну ладно, проедем туда. Так, общагу вот наша проедем, общага. Ну, какие тут клумбы красивые сделали, да? Договорился, надо было поворачивать. Здесь трамвайчик ходит. Да. А мы сейчас пройдем мимо рынка? Куда ты поедешь вот сейчас? Вот твоя общага. Мы вот сейчас, наша мы сейчас общага, ездим, мы сейчас да. ездим на плот, ну, туда. Ну, за, туда, за направо, да? Да, да? Вот да. Хорошо, там сейчас как раз и сниму. Сейчас. Церковь Александра Невского, да? Да. Вот это впереди видно. Вот она ее, конечно, плохо видно из-за деревьев. Народный дом. Народный дом. Да, тут у нас была библиотека, мы сюда она ходили есть, учиться. Есть. Представляешь, Ирена, мы тогда ходили в библиотеку учиться. Писать там какие-то конспекты. В общем, ерундой заниматься. Я редко ходила. Ирена, ты часто ходила сюда? Ну, вообще-то, да? Относительно да. Вот, как-то мне не хотелось в эту библиотеку ходить. А, у нас еще в институте была библиотека. А, вот это шопинг-центр, да, новый? Угу. Соло, да, называется? Да. Сейчас там будет проблема припарковаться. Ладгола. Потому что... Да, сейчас проблема, как везде, припарковаться. Сейчас, потому что самый пик. Самый пик, и сегодня выходной. С 11 до 3 это вот самый пик. Угу. Шопинг. У всех шопинг. У всех шопинг, да. Тут, да, шопинг, он незаменим ничем. Это у нас неотъемлемая часть нашей жизни. Вот, это для нас специально, отлично. И они еще работают, да? Куда идем? Да,
Да, идем с пятачком. Парк-отель? Да. Здесь будем фотографироваться? Нет. Три звезды здесь, да, всего лишь? Угу. А мы по улице этой пойдем? Как она сейчас называется, эта улица? Ригас, да? А была улица Ленина. Она вот здесь начинается, да? Не, она начинается. Дальше там. Парк, там, где мы были. Да. От самой дамбочки. Смотри, сколько машин. Да? Ну и какая тусовка. Постоянно. Да? Да. А ты говоришь, всего 90 тысяч, да, населения? Да, меньше уже. Меньше уже, да, в городе. Это второй город по величине в Латвии после Риги. Вот в восточной части находится, поэтому здесь... Хотя на поезде, я вчера подумала, 2.40 всего, да? Ну, этот быстрый был поезд, да, экспресс, ну, да? Всего 2.40 ехать, как бы, да? Не так и страшно, наверное, ехать, да? Если надо очень. Ну, вот как тебе, там, к врачам или, да, такое все. Вот. То есть до столицы, как бы, восточная часть, и там уже, считай, до границы отсюда с Россией сколько примерно? Часа два до Зилупы, да, вы едете? 2 часа, да. 2 часа, да, вот и вся Латвия. А это шопинг Раубупилске. Мега магазин, Мега Макс, рынок. Ну, тут так оживлененько, да? Тут самый центр. Самый центр. Вот где сердечко красивое. Вы здесь имели в виду, да? Здорово, да? Красиво очень. Да. Чего тут нет реставрировано, Женя? Ну, это будет, да? Это собственность церкви. Собственность церкви, да? Mm. У них уже проект разрабатывается. Разрабатывается, да. Вот тут надо очень красиво, это, конечно, самый центр. Вот здесь вот, конечно, это немножко портит вид, да? Смотри, группа Пратова, это, да? А у них будет концерт 11-го. Это когда? Это завтра, сегодня? Это 11 августа. Августа, слушай, как мне эта группа нравится. А это бывший... А что сейчас здесь арена? Это вот, помню, тут кинотеатр был в этом, да, здании, да? А сейчас там какой-то был дискотека, но сейчас там уже опять ничего нет. Опять ничего? Он что, не пустует, да, это здание? Ну, надо же, как обидно. Так, ночлег в Риге, смотри, Бриви его съела. Ночлег, главное, да? Так, мы уходим на улицу Ригас, да? Такая пешеходная улица, да, центральная. Посмотри, какое кафе там красивое, да? И вот здесь такая красивый такой парк. Парк. Ну, маленький парк, в принципе, да. Вот, сама улица. Да, мы сейчас идем. Куда идем, Ран? Прямо клумба красивая. А, прямо к красивой клумбе идем. Красивые елочки. Идем. Да. Ну, красиво здесь. Смотри, вот Дита Намс, да. Так красиво здесь все сделано. Вот. Гостиница. Home-like hotel. Ланте. Мне нравятся вот эти цветочки. Такой дом отреставрирован. Красиво очень. Балкончики в цветах. А, это предприятие. Дом Лата, наверное, здесь находится. Понятненько. Даугавпилсский трамвайчик такой оранжевый. Красивый. Город такой оживленный. Сегодня рабочий день. Так, очень ярко здесь, мне нравится. Вот это сердечко. Ирена, сколько этот проект у вас стоил, это сердечко поставить? Ты говорила, дорогой. Сумасшедших денег стоил. Понятно. Клубничку местную продают. Интересно, почем? И за сколько? 3,50 евро, черничка 5,
Так, сейчас идем в этот ресторанчик. Happy Panda, китайский.